Всем здравствуйте! Сегодня опять вместе с вами покулинарничаем и приготовим улиточки с оливочкой. Это очень легкий и простой рецепт для тех, кто не любит сладкое, но любит слоеное тесто. И что же входит в наши улиточки? У меня есть вот такое вот слоеное бездрожжевое тесто, одно яичко, оливки. Это могут быть у меня маслины, это могут быть и оливки, только обязательно без косточек. Мука, пергамент, ну и мисочка, и всякие инструменты. Начнем же готовить. Сейчас я раскатаю тесто, разверну его, оно у меня растаяло. Кстати, было замороженное. Вот, оно подтаяло, вот мягкое, я его сейчас разверну и нарежу на полосочки. Вот я нарезала уже тесто на такие полосочки, примерно сантиметра полтора. Но это вы смотрите, надо резать полосочки в зависимости от того, какие крупные у вас маслины или оливки. У меня достаточно крупные, поэтому я нарезала где-то по сантиметра полтора каждую полосочку и разбила яичко в мисочку. Сейчас мы будем с вами скручивать эти улиточки. Кладем вот так полосочку, сейчас я вам покажу. Вот так кладем полосочку, берем с вами маслиночку и вот так вот просто скручиваем такую улиточку. Вот такая у нас красивая улиточка получается. И также со следующими поступаем. Также поступаем со всеми другими полосочками из теста. Девчонки, рецептик очень простой. У меня как раз тут завалялось просто тесто слоеное в холодильнике. Думала, чего же из него сделать. И придумала вот такой вот вкусненький, не сладенький рецептик. Вот так вот каждую оливочку мы с вами заворачиваем вот таким вот образом. Вот такие прекрасные улиточки у меня получились. На противень я застелила пергаментную бумагу, смазала его буквально чуть-чуть маслицем подсолнечным, уложила свои улиточки и все промазала яичком. Смазала сверху и по бокам яичком. И также еще не кладите их слишком близко, хоть тесто и бездрожжевое, но оно все равно еще разрастется. И ставлю в духовку, духовка у меня включена. Ставлю на 180 градусов в духовку, где-то минут на 15-20. Посмотрим, как они будут подходить. Вот я поставила улиточки в духовочку. Закрываем духовочку. И скоро будем сервировать. Ну вот такие прекрасные улиточки у нас получились. Всем приятного чаепития. До встречи на моем канале. До свидания.